24 февраля посольство Узбекистана в Польше занимается организованной эвакуацией узбекских граждан из Украины в Узбекистан через территорию Польши. 26 февраля по настоящее время через КПП на украинско-польской границе Корчева на территорию Польши прошло более 800 наших граждан. В настоящее время на КПП с украинской стороны находится еще около 400 человек, ожидающих переход на польскую сторону. Кроме того, в украинском городе Львов еще около 300-400 человек готовится перейти украинско-польскую границу. Сотрудники посольства Польши занимаются решением проблем прибывающих граждан и контролируют их сбор в аэропорту. Организована работа круглосуточного штаба. Сегодня, 28 февраля в 11 часов, из польского города Катовице вылетел первый спецсамолет Узбекистан Airways с гражданами Узбекистана на борту. Более 240 человек. Среди них женщины, дети, студенты, сотрудники компаний, которые временно работали или учились в Украине. В связи с острой необходимостью правительство Узбекистана по просьбе Министерства иностранных дел приняло решение направить дополнительный спецсамолет во второй половине дня, сегодня, 28 февраля. В настоящее время идет подготовка к транспортировке очередных 240 человек в аэропорт города Катовице. Рейсы запланированы ежедневно. Посольством арендованы автобусы для организованного переезда граждан Узбекистана в аэропорт польского города Катовице, а это 350 километров от польской границы, где для них заблаговременно созданы условия для отдыха, медобслуживания, а также горячее питание. Вопрос пересечения границы координируется посольством Узбекистана. Составляются списки граждан, лицам, оказавшимся без документов, выдаются сертификаты на возвращение. Осуществляется постоянная связь с комендантом контрольно-пропускного пункта. В накопительном пункте для граждан Узбекистана, в основном женщин и детей, подготовлены все условия для ночлега, необходима медпомощь и также организовано горячее питание. Наши соотечественники выражают свою глубокую благодарность властям Узбекистана в адрес президента Республики Узбекистан Шавката Миромановича Мирзияева за отеческую заботу о своих гражданах, своевременную транспортировку их на родину, высказывают теплые слова благодарности в адрес правительства страны и Министерства иностранных дел. Особо хочу подчеркнуть, что правительство Польши по просьбе посольства пошло на беспрецедентный шаг, позволило пересекать границу гражданам Узбекистана без виз и справок ПЦР, фактически пересекать границу Польши, а значит Европейского Союза. Спасибо.